Всем добрый день, саламатсыңар бе. Ждем участников. Давайте еще подождем пару минут, чтобы было больше участников, и начнем наш тренинг. Вижу, что уже пишите. Напишите, поставьте плюсы, слышно ли, видно ли меня. Да, отлично. Да. Вижу, что у нас консультанты не только с Кыргызстана, а есть и с России, даже с других стран. Очень это радует, что наши соотечественники развиваются во многих странах и получают от нас информацию. Вот сегодня Бигун Бистин Тренингсте мы будем продолжим тот тренинг, который начала Аделет в прошлый четверг, который назывался «Социальные продажи». Да? «Социальные продажи» деген тренинг был «Джан Гишлер үчүн тренинг». Мурун Бистин система уста «Шаг один» деп аталчычыга. То есть «Шаг один» – тренинг для новичков. То есть «Джан Гиши Гельгенде» возможность тут кандангин, потом успешный старт уйдет кандангин, вот что нужно делать, да, первые, прям сразу в первые часы после того, как зарегистрировался, потом первое обучение. Вот конкретно уже биринчи окусында мне бешкерек, да, вот это назывался тренинг шаг один. А бүгүнкү күнү тренинг для новичков называется социальные продажи. И ушу тренингты Аделет мурунку четвергте баштаган, и бүгүн биз ушу тренингти бүтүрүп до конца айтпайбыз. Анан бул тренингти эми бүгүн как сизге как для тренеров айтып баштайлы. То есть бүгүнкү разъяснение с целью, как ушу тренингти новичок турго бериш керек. Да? Чем он отличается от предыдущего? Для тех, кто слушает первый раз, биринчи угуватсаңыз, вообще негизинде новичок турго азыр ушундай жаңы убакта, ушундай социальные продажи деген аталганда биздин компания уже не сетевой маркетинг деп айталат, не прямые продажи, а именно социальные продажи, да, деп айткандан кийин, как теперь преподнести эту информацию? Новичок турду эмнени үйрөтүш керек, да? Особенно в век, когда сейчас онлайн, да, идут очень много вещей, то есть мы встречаемся онлайн, рекрутируем онлайн, мероприятия проводим онлайн. Вот как сейчас работать с клиентами? Современные клиенты РД, как нужно удержать? Ушу бар, боинча, ушу бюнку, савахта бюзетюс. Так, давайте еще немножко подождем. Можете поделиться, кто уже начал применять что-то, что получили с первого тренинга, да, биринчи Аделет айтберген. Я знаю, что проходили продуктовые истории, как работать с каталогом, как привлекать, откуда привлекать клиентов. Шолорду Джумушусха Гирип Баштадын СП. Может, кто-то хочет поделиться, пока мы ждем участников. Ага, сейчас спустим вас. Это Туралок. Уже запись, те, кто не был на первой части, биринчи частинде, ушу биздин шаг один тренингте, вы можете посмотреть на канале YouTube. Есть запись предыдущего тренинга. Да? И сегодняшний тоже тренинг, тоже будет запись. Да? Обязательно YouTube посылаус. Бүгүн уже ссылка жерге эмес чаттарга, ошол жерден көрүп алсаңыз, да, ошол бөлүшүп, кто не успел поучаствовать, да, можете посмотреть в записи. Так, отлично. Ну, давайте уже начнем тогда. Время уже почти 10 минут. Как прошло, как мы собираемся. Я думаю, все, кто будет к нам присоединяться, пошел на удар, будут вливаться, и начнем тогда наш тренинг потихоньку. Итак, мена это Кеткендейн, да, Бирджолайтайн, да, что сегодня у нас будет? Сейчас, одну минутку. Бигун Бисте, продолжение тренинга шаг один. Социальные продажи. Не СД, это общий один тренинг. Да? Просто чтобы его объяснить, не хватает времени, даже полтора часа, чтобы весь донести вам весь тренинг. А так это один целый тренинг. Практика Гельгенде, вы можете этот тренинг делить по частям, да, можете на 3, на 4 части, на 2 части, как угодно. Но вы должны понять, что в целом это один тренинг.
да, который дается новичку самое первое обучение после того, как он послушал АПК компании, после того, как он сделал, может быть, первый отдал свой каталог или там составил уже список знакомых, да, и вот дальше, чему его обучать, да. Этот тренинг, он, ушу тренинг, айвай удобный, да, онлайн формат тадали, прямой эфир дает кусунус, а где вебинар, где зум дает кусунус, тоже ушу формата очень легко его применять. И давайте вспомним истелик, в чем был, о чем мы говорили в первой части. Да? В первой части мы говорили о том, как, что такое вообще социальные продажи, да? Почему мы сегодня называемся компания социальных продаж. Мы говорили о том, как и где брать клиентов, как их привлекать. Какие есть методы, да, как работать, как составлять продуктовую историю, потому что это самый важный инструмент, как быть интересным, чтобы на вас обратили внимание, заинтересовались. А сегодня мы уже будем, то есть вот так вы вызвали интерес, да, своей историей, своей страничкой, я не знаю, там, своей какой-то фразой, уже кызыктырып, уже внимание на свою изюмскую буйруганда, типа продукта буйруганда, вот теперь как сделать так, чтобы клиент разместил заказ. Вот мы сегодня будем говорить про это. То есть уже кызыктыргандан эми клиенты акрын кантип заказка апаш керек, да? Заказты кылгандан кийин кантип заказ клиенты бизде уже калтырып, мындай дайыма мамиле кылып, то есть как построить постоянные взаимоотношения. Ошо боюнча бүгүн биз сүйлөшүп кетебиз. Тренинг где-то будет длится 1:15, да, минут. Примерно на это время запланируйте свое время. И еще раз напоминаю, BNQ тренинг именно как проводить. Не то, чтобы мы сейчас для новичков рассказываем, а именно как вы, как тренеры, будете этот тренинг потом проводить для своих новичков. Вот с этой точки зрения. Вот. И в системе PRO, да, которая есть в системе продаж и рекрутирования Reflame, этот тренинг рекомендуется проводить обязательно ежекаталожно для новых людей. То есть у вас появились новые люди, проводим этот тренинг, да, вместе со своими ключевыми партнерами. То есть, ну, как в школе, да, мы пришли в первый класс, что мы знакомимся с букварем, у нас есть математика, русский, то есть то, что мы должны давать им в первом классе обучения, да. То же самое и здесь. У нас есть новички, мы провели возможности, мы провели успешный старт, теперь мы должны провести их обучение, тренинг социальной продажи. Потому что эми кандай сизге мыкты киши келбесе деле, да, кандай мындай күчтүү потенциал аябай чоң деп ойлосоңуз деле, в любом случае, если новичогуңуз соданы үйрөнбөсө, даже если он очень хорошо приглашает, даже если на него прям вот много приходит людей, он очень интересный, амбициозный, и ушу киши өсөттө ойлосоң, бирок ал киши тура соданы түшүнбөсө, да, биринчи кадамда, бул адам эч убакта башка адамдарды үйрөтө албайт. Турал, может быть, алгиши өзү 100 балды, 150 балды, может даже 200 балды эле оңой деле жасайт. Может өзүнө чоң үй бөлөсүн деле, чөнтөгүнөн акча чыгарып деле личный продажаларды кылат. Бирок ал командасына ар кандай кишилер келет да, и он очень хорошо приглашает. Бирок ал адамдарды кантип үйрөтө алат соода кылышты, если өзү билбесе. Да? Потому что арбир максат менгелет, а кто-то хочет просто потреблять, кто-то приходит кошумча акчага, кто-то приходит на бизнес. Да? Я понимаю, бизнес кагелген кишилер могут этот личный заказ и сами выкупить, да, и разместить, и сделать там стартовую программу и 150, делать очень легко. Но приходят к нему люди, 60% адамдан приходят, которые просто приходят экономить. И вот ушу адамдарды, если он сам не научился очень легким, простым путем размещать заказ, собирать заказ 100-150 баллов, он никогда не сможет научить. Или научит, но турамес джолменен. Сен чун тук тум акча чыгарган, сатвалган, ана сатасыз, джол дюрету. И потом мы получаем, что бир шаг өтөт, эки шаг өтөт и засыпает. Почему? Потому что именно клиента рычок. Потому что именно тура содан жолун билбей ачат, тура сатып алып үйгө коюп коюшот, потом не могут продать. То есть же клиент, же разовый клиент менен иштешет, да? Вот, например, бир жолу эле бирдемени эптеп эле сатышат, анан кайра ал клиентке кайра ала алышпайт. Вот, вот это очень важно. И вот все это зависит от того, как вы правильно проведете шаг один, да, социальные продажи. Вот, поэтому какой бы ни был ваш партнер ключевой, в первую очередь первый шаг, мы всегда говорим, научите его очень просто размещать 150 баллов, чтобы он реально размещал через клиента. Если ушел система «ны», тушинше, тогда он любого человека научит. Самое главное,
Хандай, чтобы его могли повторить. Да? Вытащить 5000 сомов из кармана не всякий может повторить. А вот сделать простые действия, как показать каталог, как поговорить с клиентом, это может повторить любой, да, тураса болот. Поэтому вот социальные продажи, да, бесбегун канты жөнөкөй жол менен, ушу особенно современный азыр, азыркы учурда требованиялар менен, да, современными такими трендами, как работать с клиентами. Ушу боюнча сүйлөшкөйбүз. То есть вы видите на слайде третья часть. Как приглашать покупать. Мы уже заинтересовали Казахтыркойду. Теперь нужно, чтобы он начал размещать заказ. Да? Вот именно об этом пойдет сегодня речь. Итак. Угу. Пойду что-то начал в этот. Ага. Вика, поможешь? Чуть не могу слайд переключаться. Одну минутку. Какая-то техническая заминка. А, все заработало. Отлично. Угу. Ну вот, то, что я говорила, заинтересовали через продуктовые истории, через соцсети, через раздачу каталогов. Теперь самое время пригласить клиентов разместить заказ. Заказ салу. Да? Как это происходит вот, у новичка, которого мы не обучаем? Да? Вот на практике, когда возьмем стелебилесис, напишите плюсы, если вы со мной будете согласны. Как это происходит на практике? Да? А новичок обращается к своим, в первую очередь, к своим родственникам. Жардам бергиле, жүз балчоолуш керек. И очень легко собирает первые заказы. В основном это разовые заказы. Даже каталог может не отдавать, да, там что-то предлагает. И очень легко проходит первый шаг. Наступает второй шаг. К тем же родственникам Хайра ушел туандарна, Хайра ланг уже он не может, потому что все говорят, без заказ салбаты уже, жардам бербедик. Да? А джаны клиенттермен иштегенин билбейт. А прошел уже целый каталог. Мы его не научили. Биз аны мактап, поздравить этип, молодец, 100 балл жасадың, давай еще 100 балл. А как второй раз разместить, собрать 100 баллов? Вот на втором шаге как раз-таки новички начинают сталкиваться с трудностями. Да? Поэтому ушу социальные продажи, да, мы учим именно, как привлечь клиента. Вы видите, да, вот этот товарооборот клиента, то есть вот этот его путь, да, мы говорим о том, как его теперь вовлекать, как приглашать его в продажу. И очень хороший сейчас метод, который называется метод ВАРМ. Да? Раньше, если Мурун биринчи шакту билгендер, мы называли метод дама. Алдалесонун метод, и он похож, он перекликается, метод варма менен, но хошош кетет. Бирок эмнеси аримасы бар. Вот честно, если Мурун деле мен аябай көп метод даманы, сабактарды көп берчим, өткөзчүм, но ушу сабакты өткөзгөндө өзүмө да мага мындай бир Джилусу Джетпечи, да, не хватало, он был какой-то сухой, да, вот этот метод дама. Вот задай вопросы, сделай подбор, там мы учили, да, там define, assertion, получи согласие, да, перетчик. И вот я сама всегда вот этот метод дама дополняла своими рекомендациями, да, комплиментами, там, какими-то фишками интересными, какими-то вопросами. То есть, ну, он мне казался очень таким сухим немножко, да, в работе, и мне кажется, он действительно немножко устарел. В принципе, метод варма, он такой более как бы оживленный, что ли, одушевленный метод дама. Да? Но сейчас он называется метод варм. Чтобы легко запомнить метод варм деген эмне, просто нужно помнить, что слово варм, оно собрано из четырех английских слов. То есть биринчи тангалары алынып, и метод варм деп айтылган. Да? Первое V, W, англичче welcome. То есть приветствие. Да? И вот этого, например, раньше в методе дама не было. Да? Мы сразу учили задавать вопросы. А сейчас вот именно то, что он оживляет социальные отношения ДН, мамиле ДН, особенно без те Кыргызстанда, да, вот без нормально салазмдаш паянча, башка сөз башталбайт туруп, нам нужно очень хорошо поздороваться. Кандай сөз, калек сөз, якшимисиз, там, үй бүлөнү барыны сурап, и только потом мы начинаем общаться. Вот мне кажется, вот это очень актуально, видите, это оказывается актуально, чтобы вот именно строить правильные отношения, да, и вот в этом методе варма как раз-таки это отображено. То есть первое, чему уделяется, прежде чем, когда мы начинаем разговаривать с клиентами, да, с люшком, да, научите новичка действительно правильно приветствовать, здороваться. Тура саламдашун лючкрик.
Да? Вот это очень важно. И если новичок тура баштаса, мындай доброжелательная атмосфера на тузалса через приветствие, уже анымен сүйлөшкөн клиент, ага, мындай доверие сезип баштайт, анымен сүйлөшкөсү келет. То есть уже начинается строить мостик, да, взаимоотношения. Вот. И поэтому это очень важный момент. В принципе, всегда, когда мы начинаем любой разговор, очень важно, как мы начинаем, и очень важно, как мы заканчиваем. В середине мы можем делать разные ошибки, но если мы неправильно сразу начнем, даже если она, мы все очень хорошо знаем, уж он отолвается уже, бералвается. Поэтому вот в этом очень правильно начинать. Да? И не нюрю, то есть новичок тубулда. Мы учим, что оно должно обязательно присутствовать комплимент. И обязательно нужно делиться своей страстью, когда мы здороваемся. Да? Им комплименты контрибьютируют. Да? Вот раньше мы о комплименте лично я сама добавляла всегда в свои тренинги, где-то специально вычитывала, да, что нужно сделать комплимент, и тогда человек к тебе будет чувствовать доверие. Поэтому приветствие, да, не просто хандайсы, саламатсыз, там и все, а обязательно учите, обязательно кишини бильседа, бильбеседа. Если бильсе, то клиент сделает, ну, комплимент сделать легче. Если бильбесе, то тогда как сделать комплимент? Ну, например, да, я не знаю, например, я вот смотрю на Айнуру и не очень ее хорошо знаю, но принесла ей каталог, где-то мы там, не знаю, там в магазине хлеб очень часто покупаем, да, но близко не знакомы. Я не знаю, какой она характер, и как мне сделать комплимент Айнуре, чтобы она с ней начать разговор. Я хочу предложить ей каталог. Вот Айнура на Бильбесендале, я посмотрю на Айнуру и увижу, например, что у нее очень красивый цвет помады. Да? И очень ей идет, и правильно накрашен губы. Я могу сделать ей бильбесендаля Айнураны, могу сделать комплимент. Айнура, систен помадан смага, айвай джагватат, сразу говорю, что тушунэста, именно систека кандай цвет лайфту, азар кандай модно было, табдан туралу еще нанесение латекенсис. Вы, наверное, в этом разбираетесь. Тура, мы на Айнураны бильбесендале, но я уже ее характеризую. Что я говорю? Что она разбирается в моде, что она понимает, что ей идет, а что нет. У нее очень хороший вкус. Да? То есть вот комплимент, но он отличается, да, от того, что я бы сказала, например, Айнура, вы хорошо выглядите. Он такой сухой, гунюндюкуй, общий. Можно это сказать любой женщине, но насколько это правдиво. Да? Может быть, и насколько Айнура мне поверит. Может быть, Айнура в этот день, я не знаю, настроение на чарболу, там, с утра не успела накраситься, да, не знаю, может, она сегодня себя плохо чувствует, а я ей говорю, вы хорошо выглядите. И, конечно, получится, что я ее обманываю, и комплимент не сработает. А комплимент какой, когда работает? Когда именно характерен, черта сын, тип кецэнгэс, ошондо комплимент иште паштайт. Ошондо комплимент ички сын тип, вот как бы трогает ее внутреннее. Вот вы же, наверное, часто согласитесь, что иногда вам говорят комплименты, вы ну, никак не воспринимаете. Сказали и сказали, вот так отмахнулись. Ай, дежурный стандартный. Но иногда вам так комплимент скажут, да, что вот, не знаю, мурашки идут по телу, да, и сразу привлекает внимание. Вам хочется посмотреть на этого человека, вам становится интересно, да, и вы уже с ним начинаете общаться, у вас появляется какая-то взаимосвязь. Вот. Вот поставьте плюсик, если вы со мной согласны, что комплимент очень важен в нашей работе, особенно в начале, когда мы разговариваем с клиентом, да, когда мы с ним здороваемся и вот в самом начале пытаемся баштанда выстроить. Отлично, рада, что вы согласны. Я думаю, вам было полезно, кто в первый раз, а может быть, кто уже слышал, вспомнить о комплиментах. И видите, мне очень нравится, что вот в этом методе ВАРМ об этом написано, что в первую очередь научите делать комплименты новичка, когда Алла Брёмина, Саламдашканда, когда он с кем-то здоровается. Не, пока мы не говорим ничего, не задаем вопрос, ничего, просто правильно поздоровайтесь, чтобы была хорошая атмосфера. Это первый шаг. Ну, это, знаете, в любой деле же, да, система Геректа, если с Турамес Башинда поздороваетесь или не скажете комплимент, или скажете комплимент, но он будет дежурный, неинтересный, уже дальше он слушать не захочет. А если комплимент попадет в точку, и у него там мурашки пойдут, и он там заинтересуется, да, вот с Айтханмес, то он уже готов, у него каналы будут открыты, слушать вас, да, у Ханга Даярбола, дальше можно задавать уже вопросы.
Вот, сказали комплимент, и это еще не все. В приветствии нужно еще поделиться эмоциями. Мы же говорим, ючадами с люшкандой, говорите с энтузиазмом. Мы не говорим эмоционально ючадами на рифлеймене с люшкандой. Вот что значит эмоционально, адами? Да? Вот когда, не знаю, даже на расстоянии я с вами разговариваю, или как кто-то из сотрудников, там, не знаю, Бегаим проводит тренинги по продукции, да, или там Адилет рассказывает какую-то информацию. Это же видно, насколько мы гордимся своей компанией, насколько мы любим свою работу. Когда выступают наши топовые лидеры, там, Джумагуль, Гульзара, там, Чолпон, да, ваши там вышестоящие, видно, как у них горят глаза, да, и... насколько мы доверяем компании и любим продукт, с которым мы работаем. Вот это и называется с энтузиазмом. И вот приветствие Болгондо, новичок, то ушу нуречкерек, чтобы эмоциональный энтузиазм. Смотрите, салам дашу, обязательно комплимент, а теперь еще эмоциями. Например, мне просто не терпится рассказать или поделиться с тобой об креме, который я недавно приобрела, тем более я получила классный результат, и он еще подтвержден клиническими исследованиями. Представляешь, да? Или я-то там не знаю, вот сегодня... Так, туалетная вода, да. Вот. Сори, убежала. Или, например, вот, да, я для себя в этом каталоге приобрела туалетную воду Friends World для нее, да, с сердцем нота фруктом гуава, да, чтобы быть немножко ближе к Таиланду, потому что в Таиланде это очень популярный фрукт, и он круглый год плодоносит, и вот как раз-таки сейчас лето, хочется, он такой цветочно-фруктовый аромат, да, что-то новое, он само олицетворение лета. Вот вы чувствуете, сколько эмоций, да, в моем рассказе, насколько мне нравится этот аромат. Я хочу в Таиланд, и он меня приближает. Сейчас лето, все такое яркое, все такое классное, и вот как раз этот аромат мне создает каждый. Я хочу с тобой поделиться. Вот шаши паратам, уж у семен бюлющоин деп, уж он дай ухмушту солну на аромат, гече уж умеем севен сем, тмеле его гель сем, уж он дай комплиментар двухтун деп, да, и вот можно говорить и говорить, и вот это и есть эмоции. Я просто поздоровалась. Да? А сколько уже я передала информации? Ну, давайте теперь еще раз по порядку. Чему мы учим новичка? Первое – приветствие. Поздороваться. Второе – комплимент. И обязательно эмоционально поделиться какой-то новостью, которая есть в каталоге. Да? Вот. Ну, давайте попробуем, потренируемся. Еще раз. Возвращаемся к Айнуре. Да? Еще раз. Здороваемся. Айнура, саламатсызбы, там, кандайсыз, там, пару таких слов дежурных, как всегда мы говорим. Теперь комплимент. Айнура, систы говорю, пайталба койдым, да, обязательно айткым келіп атат. Міле помаданың солының көріні өтікін. Сразу көріні атат то, что сіз түшіні атасыз, да, қайсы азыр модный цветтер бар. Анан өзіңіз қайвай жарашып тұлды, да. Видно, что сіз именно қандай помаданы таңдағаны билет екен сіз, да. Вот, не очень хотелось вас похвалить за это. Все, сказали комплимент. Айнура, я уверена, Айнура, все, кто Айнуры есть в нашем чате сейчас, улыбаются, да, и думают, что я разговариваю именно с ними. Ну, я уверена, что все Айнуры именно такие, да, которые работают в Oriflame. Все, Айнура уже улыбается, я затронула ее струнки души, турау, тип-кеты. Айнура готова дальше со мной. Я еще не закончила свое приветствие, да. Теперь я говорю... Айнура, ушон чун мен сисмен аябай этмеле бөлүшкүм келет да, систи карап ушу түшүнгөн адам болгондон кийин мен сисменен бөлүшкүм келет. Вот как раз мен Oriflame-да, раз сиз помаданы тандаганы билсеңиз, наверно, вы разбираетесь в косметике. Ушу как раз сиске жарашыктуу, сиздин помадаңызга жарашыктуу, ушу туалетный суудюнду айтып беретин дедин эле, мен аябай муну жакшы көрдүм. Өзүмө мен Таиландка пландаштырып атам, барганы и ушу туалетный суу мага Таиландка жакындатты да, потому что арасында нотасында именно гуава деген фрукт бар экен, билесиз бе? А еще бул ну жайка убактан бери настроение көтөрүп любишь, жайка жарашына хотелось поменять своем образе, как раз ушусу эң укмуштуу ландыш менен кедр менен дагы жыты бар экен, ушуга жардам бери. Ушу мен шашы прям сиз менен бөлүшөйүн дедим эле деп, да? Ошо каталог и можно уже переходить там к другим вещам. Да? Вот. Айнура, вижу, что вам понравилось. Да? Поставьте плюсы, как вам приветствие и насколько это важно. Вы согласны, что очень важно научить новичка здороваться, приветствовать очень правильно. Приветствие, комплимент и обязательно эмоциональный какой-то посыл. Да? Отлично, спасибо. Вроде бы, видите, простые действия, но это очень важно. Да?
Попробуйте сейчас, я не знаю, если рядом кто-то из вас, рядом кто-то сидит рядышком с вами, а если даже рядом кто-то и не сидит, самой себе скажите комплимент, но так, чтобы он тронул вас. Не просто вы красивая, умная, там еще что-то, а именно что-то вас характеризует. Да, вижу, что многим понравилось. Да, просто сделайте себе приятное. Сделайте комплимент или кто-то есть рядом, или есть, не знаю, самой себе комплимент. Да, я попробую, например, комплимент сказать сегодня моей коллеге Бегаим, которая сидит напротив меня. Вот, ну, не знаю, сделаю, например, попробую такой комплимент, пока вы себе говорите. Бегаим, знаю тебя давно, но всегда меня удивляет, как ты умело умеешь подбирать аксессуары к своей одежде. Это всегда настолько модно, это всегда настолько стильно, да, вот... Прям всегда поражаюсь, восхищаюсь твоей. Ну вот, ты всегда у нас девушка в тренде, да? И спешу с тобой поделись, Бегаим, да, вот по твоему совету я посмотрела эту туалетную воду, она действительно отвечает все, что ты о ней говорила. Я стала на чуточку ближе к Таиланду. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Вот, Бегаим понравилось, да, вы слышите, как у вас получилось. Надеюсь, вы тоже улыбаетесь и освоили, что такое приветствие. Да? Отлично. Вот, смотрите, я вам сейчас показала, как работать с новичками. Рассказали приветствие, рассказали комплимент, тут же репетируйте. То есть на вашей школе могут сидеть новички, там несколько человек или даже там один на один. Если вы даже ведете онлайн, вы можете попросить, особенно в Zoom, включить микрофоны и сказать комплимент там рядом любому человеку, который есть в этом, на этом занятии. Да? Если вы ведете офлайн в помещении, еще лучше. Попросите друг друга, чтобы потренировались, поприветствовали и сказали друг другу комплимент. Все, обязательно каждое обучение сопровождайте практическими занятиями. Записывайте прям себе. В первом варм обязательно тренинг. Сделай комплимент и правильно поздоровайся, эмоционально какую-то фразу скажи. Все, отлично. Идем дальше. Следующий пункт из метода разговора с клиентом – это ask, вопрос. Да? Опять английское слово ask, берем первую букву, поэтому буква А – вопрос. Вот теперь мы создали атмосферу дружелюбную, теперь мы задаем вопросы. И точно так же, как и раньше в методе дама, нужно задавать вопросы, общаться, да, интересоваться. То есть там, расскажите мне, какими продуктами вы пользуетесь, а как вы пользуетесь, а что вы предпочитаете, да, как вы, расскажите мне, как вы ухаживаете за собой. То есть... такие вещи, чтобы он вам отвечал и о себе давал информацию. Да? То есть не просто так, а вы пользуетесь кремом? Да. Там. А вы там пользуетесь тоником? Нет. То есть не такие вопросы, когда просто да и нет можно говорить. Да? Не обязательно о ваджи джоктыган, а именно кандай суро бешкирек, кандай олену, гиши олену, сиске джоу пергендей суро бешкирек, потому что сиске джоу информацию бергендей, сис уже информацию на чоу тупаштак, уже ал гишие кандай сунуштарды бергенды, уже бильп халасыз. Да? Вот. И еще самое интересное, когда сис тура суро лорду бергендей, ушуну айтып беріңіз, муну айтып беріңіз, канты пайдаланы қанчандан аласыз, қаяқтан аласыз деген сұрауларды беріп баштасаңар, жауап беріп атқан адам, клиент, өзі түшініп баштайды, емне қылады. Очень часто без ойланбойсты, что мы покупаем, пошли в магазин, что-то купили и забыли при этом. А когда мы задаем вопросы, мы сами өзіз түшіні паштайса, клиента дали, что-то түшіні паштай. А, оказывается, мен, где-то мен сонды жоқ қылат такенді, оказывается, ойланбой такенді, что мен тем, патенты бар бы, жоқ бы, сертификаты бар бы, жоқ бы, был чиндавалем, да, качественный товар бы, бұны текшерелді, клинические исследования бар бы, қайсы жақтан чықты, производители ким, ойланбойсты. Просто бороли Герект Универсиана алып кетес, и все. Когда сурово бергенде, джо перватып, клиент өзі түшіні паштает, да, с вашей помощью, что он на самом деле делает. Все. Өзі түшіні паштаған кейін, уже сіз берген предложение бар, аға лайықты болот, да. А если эти вопросы не задать, сразу вы начнете предлагать там что-то из каталога, возможно, да, турамес сунуш пересіңер, возможно, ал өзі дәлі түшінбейт керек пе ма, керек жоқ па. А когда он ответит на вопросы, он сам начнет понимать, а бұл ма, керек пе несе турбай, именно ушыну қалаватқан турбайым деп, да. Поэтому постарайтесь, мен обычно рекомендация берем, новичок турго даяр, он сурово берем. Если помню,
помните, раньше, кто работали, мы даже прям новичок, то инструкция сенбирчик, да, новичок клиентке қандай сұрау беріш керек, прям даяр, он сұрауын жазып қойшы, да, қаяқтан аласыз, қатты пайдаланасыз, қаншадан аласыз, какие преимущества, да, как часто покупаете, да, шындай сұрауларды беріш, анан клиентке барғанда новичок просто жаттавалшы, и сөйлеші паштағанда уже жаттавалған сұрауларын айтшы. То есть, прежде чем предлагать, нужно бер, он сұрауын беріш керек, да, расскажите мне, обязательно прям вот интересуйтесь им, это очень важно, потому что любой передачи на горюсте журналистер аппарат канде журналисты рюстурает пешпит, да, передача казахту больше чуть, они только правильные вопросы задают. Турал суро бергенде, да, и начинается диалог, ответы, и тогда получается интересная передача. И вот озим стейлецестенис слер да, берем ее слишком, да, вам когда интереснее? Когда вы только слушаете, сидите, да, вот так вот, его монолог, да, какой он классный, крутой, и как он много знает об Арифлейме, или когда вы рассказываете, да, вот даже вот любой собеседник, ты говоришь, что я здесь люблю отканда, ханты пачилы, да, вот это интересно, всем интересно о себе рассказывать, никому не интересно вас слушать о себе, поэтому делайте так, чтобы он больше рассказал. Да. Вот этап ask вопрос, это второй этап, задавайте побольше вопросов, интересуйтесь своем клиенте. И переходим к третьему этапу. Спасибо, Зайна. Да, это просто опыт. Я уверена, у вас точно так же будет хорошо получаться, если этот тренинг вы будете проводить каждую неделю. Да, каждую неделю отрабатываете с новичками, и вы будете супертренерами по новому тренингу социальной продажи. Эми, үшінші өткенді, здесь мы уже даем ответ, респонд. Да, поэтому буква R от английского слова респонд. Даем ответ. Барны сурону, жана біз суралған суралорду, обобщать еті барын чолту, просто біз, мен сізді тура түшіндім бұй, сіз, мысалы, мұнты пайдаланасыз, бяқтан аласыз, да, табиғи заттардан жасалған продукцияны тандайсыз, деп, то есть, все, что он вам говорил, вы просто қайра барын чолту, ова тура түшіндім бұй, сіз, деп, қалалыңыз, да, если он скажет да, ова турали түшіну атасыз, значит, вы все правильно сделали. Если он скажет джо, значит, повторяйте снова дополнительный сурол бергеле. Все, если ушел у вады пуксалнес, тогда вы можете уже переходить к рекомендациям. Вот рекомендация, раньше мы говорили каталог талы, пеми, сис, сумуштанс. А теперь мы говорим метод дивар, и мне вот это очень нравится, что нужно поделиться своей историей. То есть давайте я расскажу, давай я расскажу тебе о продукте, который изменил мою жизнь. Да? Ушунды паштала. Не сразу каталог, давай посмотрим. А именно держа каталог в руке, вы можете сказать, да, опять давайте сегодня поработаем еще раз с Айнурой и скажем, все, Айнура, здорово, я правильно тебя поняла, что ты предпочитаешь косметику с натуральными ингредиентами, для тебя очень важно качество, да, обязательно сапатынгарайсын. Да, обязательно, Айнура, сіз тура түшінсем, сіз уақытыңызды көп кетіріп, особенно ыстық там, базарға, магазинге барып, істеп келеді екенсіз, анан көбінше производительдің қарабай іле, консультация ешкімді албай іле, өзіңіз примерно түшінгеніңізді ала береді екенсіз. Тура түшіндің бе сізді, да, примерно где-то мен сон жоқ қылатыңыз, да, Айнура ұшындай бекен. Да, Айнура говорит, о, а, да, что по натуралу тушены. Вот, отлично, я услышала, что я все правильно поняла. Теперь Айнура, а мен айтып айтам. Айнура, мен ұшу сізді ұғып отырып, айва өзім жақшы көрген нерсенде бөлішіп кетейін дедім әлі, мен де әлі сізге оқшоп, ұшын натуральный ингредиенттің, продуктыларын, косметикасын мұрын ойланып жүрчім әлі, и шу Арифлеймен жолыққанда, да, абдан сұп берсе оның нерсені таптым, и бүгінгі күні ұшыны пайдалын пашталғаннан кейін, да, Арифлеймге именно ұшу крем үшін әлі келдім әлі, анан азыр өзім таныштармен жолыққанда, көп комплимент алып қалдым да, сен мұрынғыдан жақшы көрінеді екенсің, жашардың десет, анан өзімді әлі сезіп атам, ертемен тұрып настроением жақшы, потому что күзге қарағанда, мне очень нравится смотреть на себе, да, как я изменилась. И когда я узнала, что благодаря этому продукту, ну, Вейджу подтверждено, что есть клинические испытания, и 80% женщин говорят о моментальном улучшении, да, то ну, у меня вообще не осталось аргументов, я поверила в этот продукт и с удовольствием пользуюсь им сегодня. Да? Все, очень коротко рассказала свою продуктовую историю, я еще каталог не предлагала, я поделилась своим результатом. А как рассказывать продуктовую историю, как раз Мурунку, да, Мундан Болгон Мурунку Саватта, отделет очень хорошо рассказывает,
рассказывала, я видела, как в чате очень многие делились потом продуктовыми историями. Вот продуктовые истории – это наше все. Это самое сильное в наших продажах. Это то, что нету в магазинах. Айнура, обязательно Джолугау, сервисный центр Ачалада, да, обязательно Джолугау, да, индивидуально следующий. Спасибо. Вот, и вот это самое сильное, то, что нету в магазинах, то, что нету там в других каких-то продажах, да, в розницу, которая есть, то, что нету на базарах, то, что не могут говорить продавцы, потому что они сами не пользуются, и у них нету таких продуктовых историй. А у нас очень много продуктовых историй, ваша личная, ваших клиентов, вашего спонсора, да, прям, не знаю, целую копилку делайте продуктовых историй на разные, если вы услышали где-то кызыктуу продуктовую историю, записывайте, голосовые, просто записывайте, чтобы у вас была целая библиотека. И это самое лучшее, что работает именно социальные продажи. Да? Именно мамиле тузюльвенде, это вызывает доверие. Отлично. Пишут, что не слышно. Плюс тордовой пояснур, если меня слышно и видно, потому что ну, мне показывает, что все очень хорошо идет, и звук идет отлично. Отлично. Ага, Гулира, если углубая голоса, кайра чыгып, кайра киреңиз, возможно, какие-то проблемы с интернетом, да? А, отлично, тогда можем продолжать. Вижу, что все видно и слышно. Вот, все, я поделилась. Давайте еще раз подытожим третий этап. Ответ, респонд. Что мы сделали? Суробирген пингин. Я потом уточняю, мен тура түшүндүмбү, то есть тура уктумбу, жооп берген сөздөрүн. Если, ага, рахмат, если тура мен уксам, барын түшүнсөм, я уже перехожу, делюсь своей продуктовой историей. Да? Анан продуктовая история на этот пүткөндөн кийин, эми мен айтат элем, да, Айнура, вот ушунту бөлүшөйүн дедим эле сиз мен, ошон үчүн мен сизге сунуштайт элем, өзүм билгенимди, жана сиздин жооп берген суроолоруңузга караша, эми мен сизге сунуштайт элем, деп, вот теперь можно уже возвращаться к каталогу и уже из каталога рекомендовать что-то ему из того, что вы услышали. Вы узнаете, сколько у него возраст, вы знаете примерно его потребительскую по деньгам корзину, да, вы знаете, что он может ищет сейчас, может, он ищет какой-то подарок в настоящий момент, да, и, может быть, что-то конкретно для, да, там, для комфортного здоровья, да, там, касающихся wellness-продуктов, да, особенно сейчас карантин у чурда, уже все стали понимать, что самое важное – это здоровье, особенно профилактика. И наш wellness как никогда сейчас очень актуален. И по последним продажам 25% продаж Кыргызстана, да, представляете, бьют сода у нас, 25% – это доля wellness. Представляете, насколько сейчас востребовано, да? Поэтому сейчас можно об этом разговаривать. Вот ваша продуктовая история – это может быть о wellness-продукте, да, пожалуйста. Любая история, которая действительно работает. Все? Отлично, вот теперь мы перешли к каталогу, да, вот в ответы. Теперь мы что-то порекомендовали каталога и переходим к следующему, да, подводим нашего клиента как раз-таки очень мягко, чтобы он разместил теперь заказ, да? Отлично. Прежде чем мягко его подвести, акрын, заказ кылганга алып келдик, то уже даярдап, да, суроо берди, приветствие кылды, комплимент айттык, эмоционально мындай айтып бердик. Анан кийин суроо бердик, түшүнүү баарын уктук, эми сунуш берип, эми заказ алганга учур келди, да? Эми ушул этапта и даже во время того, как вы что-то предлагали, могут возникнуть возражения, каршылыктар мүмкүн болот, да? Это нормально, потому что, мындай, новичок түйрөч керек, да, ушул этапка келгенде новичок түйрөч керек, что эч вакта возражениянын коркуш керек, а наоборот, возражениянын жакшы көрүш керек. Потому что возражениянын баарыбыз эле кантип түшүндүрөбүз новичокторго, эмне үчүн каршылыктарды жакшы көрүш керек. Просто потому что возражение бул эмнеден болот? Бул не лично сага, да, каршылык. Потому что көбүнчө новичоктор лично өзүнө кабылдашат, что вот это лично мое ко мне отношение депчи. На самом деле, мы новичокторго айткыла, да, что силер эч вакта билбейсиңер, о чем думает ваш клиент. Да? Приведите какой-то пример, да, новичку, вот, чтобы он поверил в то, что вы говорите, мисалы, какой-то пример приведите. Ну, например, я всегда привожу пример, там, самый популярный собачкой, да, я говорю, задаю вопрос, вот, сын, собачка ДНД, мне не листитесь, мой лесом, не джиндуэтша. Кто-то говорит, а, ит, там, кто-то говорит, караит, кто-то говорит, там, еще. То есть у всех всем разные, на самом деле, мен электронный адрес джинды, собачка джиндуэтша там, да, вот, смотрите, все, вроде одно и то же слово, и все думают по-разному.
туралы. Бару сарғандай ойлою собачка сөзді елестеткенде. Здесь то же самое. Поэтому вот ушындай пример новичок тұрға айтып қойсаңыз әлі уже түшін паштайды екен. Поэтому еш уақытта өзіңі алба, қарсылықты. Қарсылық бұл обязательный нерсе. Біздің жұмысымызда да бұл не үшін болады? То, что информацияны тура емес түшініп алғаны. Анан бірдеме белгісі келеді, просто айта алмай атады, но возражение қарсылық арқасынан дайыма жашынған сұрауы бар. Андан кейін жетпеген информацияны ошондон каршылыктар чыгат. Мурунку мындай негативный может опыт туура эмес пайдаландан кийин да негатив калып калса ошондон каршылыктар чыгат. То есть это не лично к тебе возражение, это просто его прошлый опыт, да, его какая-то информация. Вот. Все, если возражение, он возражает и у вас вызывает это негатив, и вы прям, ну, не знаю, у вас там поднимается возмущение, вы хотите там возмутиться, ответить ему, нет, это не так, там, уж на ячинистым бердам егеляпанда, это чисто ваша реакция, да, что-то вас лично задевает. На самом деле у того человека, ал сискает ваткан, нандай ой, джок сискит, ебкетейн девчи, ал уэзин немесмен опыт мен айтатат, да, вот самое главное, что новичок түшіндірсеңіз, да, и уж у этапка келгенде, каршылық менен кантип иштегенде үйретіп койыңыз. Мисалы, мондай каршылық чықса, ментип жооп берсе болады, мондай каршылық чықса, ментип жооп берсе, ага, даяр болуң. Если такыр эле жооп берип алсаң, анда бул сурооңузду мен жазып алайын, анан экспертке кайрылып сизге толук айтып берем деп ушинтип жолдорду үйрөтүп койгула, да, если мындай, мындай, мындай. Азыр каршылыкка кичине тийип кетебиз, эмки слайдда мен айтып берем, как работать с возражениями. Да, ушул жерде новичокко түшүндүрүп кеттим. Все, возражение мен суроолорун клиенттин жооп берип, возражение менен иштеп бүткөндөн кийин эми можно еще переходить. Итак, эмне заказ кылат элеңиз? Степ, эми заказ ходится на спину. Все. И вот этот последний этап, чем он отличается от мурунку бистин метод дамадан, магаева джагат, что вот этот этап это make a sales, то есть сделать продажи и отношения, relationship. То есть поэтому вот этим метод это отличается, что мы не только заказ кылдырдык, а вот на этом этапе мы еще думаем о том, как продолжить с ним отношения, как уж у клиент менен дальше общаться, как у нас, чтобы складывались постоянно отношения, да? То есть все, он уже у вас разместил заказ, вы получили уже от него заказ, очень хороший, я не знаю, там, любой заказ, вы записали, обменялись контактами, все, заказ уже у вас на руках. Теперь не уходите, все, минский заказ обкалетелем, а кайрале завершайте, закрывайте сделку, да, счета, бизнес-то, обязательно правильно закройте сделку. А кайрале Айнура кайрылалык, да, все, Айнура мага сон, он заказ кылды, мен айтып берген ароматты, 14 балды я уже заказала. Так, Айнура заказала у меня аромат, и еще заказала она, не знаю, там, потребительскую, там, что-то там, шампунь, мыло, там, еще что-то заказала у меня. Супер, теперь я закрываю сделку, да, Айнура заказ колдынез, рахмат. Эми, Айнура, чтобы сиске ушынды кызыкту жалынктарды бериш үчүн, давайте я вас добавлю свою онлайн-группу, да, или онлайн-страничку, да, приглашаю вас туда, или онлайн-чат. Вы не против, да, ушел джерде, там будет только интересные новости, информации, вы оттуда будете получать, если что-то будет новое, интересное предложение для вас, да, вот, или я буду, Айнура, давайте, или еще башкача, да, Айнура, месиске бир ссылка джеверей, но шел джерде, как раз был аромат бойнча, айвай мындай сонун информация барда, или, например, wellness бойнча, например, если она заказала wellness, Айнура, месиске ссылка джеверей, но шел джерде, wellness бойнча, как раз кандай тура пайдалу, кандай бойрук информация, да, кандай составында, ушындай жакшы сонун информация барда, сиз өзүңүз үчүн окуп алыңыз, да, потому что вы же будете пользоваться информацией этой, да, вот, там вы сможете почитать, там, какую-то, давайте, Айнура, я вам интересную открою, отправлю ссылку на статью или на ролик, депче, и вот так, чтобы дальше у меня продолжались отношения, то есть я приглашаю ее в свое онлайн-сообщество, чат или там на свою страничку, я прошу у нее возможность высылать ей ссылку, чтобы она почитала статью, чтобы я потом позвонила, и мы еще с ней общались. То есть закрытие сделки – это дальше мостик к следующему общению. Не просто взяли заказ, а обязательно какой-то мостик построили. Или вы ссылку высылаете, или в чат добавляете, или на страницу приглашаете, или договариваетесь о созвоне. То есть обязательно, чтобы дальше, вот, мамиленис, дальше продолжались. Вот это правильное закрытие сделки. Вот такой замечательный метод. Ага, Зайна, я не пропала.
Вроде вижу, что все меня слышат и видят, да? Все вроде хорошо, да? Кто-нибудь напишите, слышно ли, потому что кто-то меня не слышит. Все, отлично. Вижу, что все уже хорошо у вас. Супер. Вот как вам метод ВАРМ? Запомните еще раз. ВАРМ. Приветствие, вопрос, ответ и продажи. И уж у новичок Рёдкондо очень легко, если вот именно будете пользоваться аббревиатурой ВАРМ, это вот легко запоминается. ВАРМ ДЕГЕНДО, он сразу вспоминает, ага, о чем речь. Да, первое – это искреннее приветствие, комплимент и обязательно эмоциональная такая, да, подоплека. Я рада познакомиться, мне просто не терпится поделиться с тобой продуктом, с тобой хочу поделиться, да. Вот, и хочу рассказать тебе о продукте, который изменила мою жизнь. Все, вот это все приветствие. Следующее, задавайте вопросы и интересуйтесь, искренне интересуйтесь. Да, расскажи мне, расскажи о том, и заканчиваем вот этот этап вопросы. Итак, правильно я тебя поняла, что это третье, десятое, да? Все, это второй этап. И чуть-чуть этап. Суров, да, джана айтып кеттим, бир он суров, берш керек. Ой, то есть чуть-чуть этап, отвечаем на вопросы, да, уже суров берилгенден кейин, отвечаем на вопросы. Давай я тебе расскажу о продукте, который изменил мою жизнь. Вот здесь продуктовая история, немножко забежал. И я хочу тебе посоветовать, вот здесь уже переходим в работу с каталогом. И последнее, закрываем сделку. Сделка на джапхандан кейин. Правильно закрываем, не просто принимаем заказ, а еще договариваемся о дальнейшем взаимоотношении, да, келечекте без контып мамиле түзөз, онлайн-чаттан сүйлөшөбүз, же ссылкаларды жиберемби, да, мен сизге чалам бир-эки үч күндөн кийин сураштырайын, кандай сезимдер келди, кантип пайдаланасыз, кандай результат алатасыз, да. Все, вот, мне кажется, вот в отличие от метадама, вот лично мое мнение и моих коллег, что он стал более живой, да, более такой теплый, более душевный, мы отдам мне слежку ночью, очень просто и легко. Все, вот новичка, и заканчиваем эту часть. Новичок мин информация Бергенде, помните, мы говорили, Харшилов получает кеттык, да, на третьем этапе, когда мы уже пытаемся, чтобы он разместил заказ, вот здесь могут возникнуть возражения, да, и ушу возражения, га, кантып джоу пешкерек. Сейчас, одну минутку. Кандай возражения обычно бывают? Самые популярные. Азырахчам жок, азыр уақтым жок. Мен мурундали ич көрчум эле, мындай арықташ үчүн продукцияларын эффект дүргөн жокмун, да? Мен башка косметиканы пайдаланам. Вот самые популярные ответы, возражения, да? И каршылыкты обязательно ушу, мындай эң популярный каршылыкты кантип жооп берген обязательно үйрөтүш керек ушул тренингте, да? Баарыбыз билебиз, каршылык менен иштегенде новичокту эмнени үйрөтүш керек? Биринчи, ооба, макул болгон. Экинчиден, мен деле ошондой болгом деп сөз менен башта. Вот это обязательно, мен деле ошондой болгом, сиз туура айтып атасыз, да? Эң ушуну үйрөтүп койсоңуз эле любой каршылык оңой эле жооп берилет. Анан даяр суроо бергиле обязательно. Мисалы, давайте вместе попросим. Азыр убактым жок, да? Биз кантип жооп берет элек? Ооба, туура айтып атасыз, мен деле ошондой ойлогом. Орифлеймге жаңы келгенде ошон үчүн сизге айткым келет, что каталогту мен азыр сизге таштап кетейин, а сиз любой бош убагында карасаңыз болот. Эки күнгө тыштайын, эки күндөн кийин саат үчтө, да, например, суббота күнү келип алып кетейин, эки күндө убакыт ала аласыз да деп тыштап кетсе. Все, согласились. И потом дали ему вариант. Ошон үчүн сизге эки күнгө таштап кетем. Бул айда менде акчам жок деп возражение айтса, если у меня нет денег, да? Особенно сейчас, да? Самое популярное возражение. Буну дали опять вспоминаем. Первое что? Турай тасыз, что первое это соглашаемся. Оа, тут турай тасыз, гоюнчу азыр ушундай атат, гоюнчу мен тааныштарым ушундай положение да болуватат, акча жок деп. Ошол үчүн, именно поэтому, да, не бирок, там, не это, не старайтесь, а именно ошол үчүн деп сөз менен коштуңуз. Ошол үчүн мен сизге ушуну түшүнүп туруп, атайлуу каталогту
аталу чоң скидкалар бар, особенно мо страницада карасаң всего лишь 150 сомго, да, жана 600 сомдук карандашты алса болот деп, аталу ушундай супер скидкамен продукцияны сизге сунуштайын деп. Можно вот так ответить, да? Я лучше вообще люблю, если мындай соданы албасаң, акчам жок десе, я люблю говорить. Түшүнүп атам сени, мен деле ушундай болгом, башында акчам жетпейт деп ойлогом. Ошон үчүн мен сага айткым келет, что арифмемде дагы бир жол бар, бекер алуу. Бекер алуу кызыксаң, давай жарым саат бир убакыт болсун, жолугуп сүйлөшөт эле, мен сага айтып берем. Анан өзүң чечесиң, сага лайыктуу же лайыктуу эмеспи, да? Вот тоже так поработали с возражением. Супер. Еще что там? Я раньше пользовалась мен ичкем, бирок эффект алган жокмун, да, арыктайын деп ичтим эле, бирок эффект алган жокмун. Да? Буга кантип жооп берсе болот, да? То же самое, туура айтып атасыз. Вспоминайте, да? Опять туура айтып атасыз, көбүнчө ошентип айтышат. Именно ошон үчүн мен сага айткым келет, что биздин продукт, мындай образ, стиль жизни өзгөртсөн, биздин продукт обязательно результат берет. Мен ушундай, анан начинаете рассказывать продуктовую историю, да? Вот, вот так ответили. Что еще? Мен башка бренд менен пайдаланам, корейский косметиканы пайдаланам, да, көбүнчө сейчас, особенно бизде Бишкекте мода болуп кетти, корейский косметика менен пайдаланам, не знаю, там, Фаберлик менен пайдаланам деп айтса. Кайра эле, вспоминайте, это должно уже от зубов отлетать. Туура айтып атасыз, мен деле ошентип көбүнчө айтышат, мен деле ошентип мурун жооп берчим, да, именно ошон үчүн айткым сизге келет, мен абдан сүйүнүп атам, что сиз башка косметиканы пайдаланганыз, значит, сиз түшүнөсүз, что туура косметиканы тандаш керек, и сиздин мнениеңиз мага өтө кызыктуу, өзгөчө болот, мен сизге биздин каталогубузду таштап кетейин, анан бир күндөн кийин жолушалык, сиздин мнениеңиз, сиз биздин особенно жана новый крем жөнүндө окусаңыз, да, сүйлөшөт эле мнениеңиз мага кызыктуу болуп атат, да. Все, любыми путями, главное оставить каталог, и чтобы он посмотрел. А вы знаете, биздин каталог көргөндөн кийин, да, у людей меняется отношение. Вот, поэтому обязательно, вот сколько минут, 5 минут прошло, и я дала вам работу с возражением. Точно так же новичку обязательно самые популярные возражения на бергиле, да я сурол ответтерин бергиле. И самое, кантип туруа джоу пешкерек, махул болоп, да, миндали ушунду болгом, а потом только факты пешкерек, да. Отлично, идем дальше. Вот метод варма плюс еще работа с возражениями. И ушуга жеткенден кийин, если сиз новичок терминен, да, иштесеңиз, то можно дать репетицию, да? Азыр как раз силерге бир убакыт берилет, 15 минут, ушул убакыттын ичинде практика бериңиз. Эки кишиге бөлүп койгула, сиз туулуп аткан кишилерди, и бир-бирине жана метод варма менен сүйлөшсүн. Бирөө клиент болсун, бирөө консультант болсун, да, а потом меняются местами. Обязательно тренировка болсун. Вот этот классный тренинг, что можно тренироваться. Мындай онлайн өткөрсөңүз деле, особенно в Zoom, тоже можно, например, все сидят, молчат, слушают, эки кишини выбираете и ал бир-бир менен метод варымды репетиция алып сүйлөшүп болсо, остальные могут просто сидеть слушать, анан алар сүйлөшүп бүткөндөн кийин башкаларды вы можете подключать, да, кайсы жакты жакшыртат элек, ушу ролевой игранны эмне сунуштайт элек, да. Ага. Да, сонун как раз именно ушел тренинг ты онлайн на Эткоскунго сонун было, да. Вот метод варм, это можно прям отдельный тренинг ты новичок турду и рюцу было, да. Возражение от Тунгуру, попробуйте возражение Джоппергенга. Особенно в этот варма обязательно тренировка в Ашкере. Эки бюльдер Тунгуру, беринчи приветствие на Эткала, суро бергеле, суро эми, сделка на Джапкала. Закрывайте сделку, помните, взаимоотношения, чтобы новичок обязательно проговорил, что я пришлю тебе интересную ссылку, материал, да, я позвоню тебе через 2-3 дня, я тебя добавлю в свое онлайн-сообщество или подписывайся на мой инстаграм обязательно, депче. То есть обязательно ушу төрт этапты новичок ойноп туруп, практикада систем салганы өчү керек, обязательно. И метод варым, напишите, как вам метод варым, что вам было полезно в чате, да, и мне өзгөчө пайдалуу болду, что вам понравилось в методе, да, мы готовы ли вы его использовать, да, то, что вы сегодня услышали. Угу. Ну, вот вижу, что у Айнура уже пишет, что Zoom, да, практика на клышке Экин. Да, мне вот этот тренинг нравится, что именно онлайн от Карганга, Апарганга, Айвай Лайкту, да, что не только офлайн, а именно онлайн, из ничего ушло. Кылсаңыз болот, да, Индира, рахмат, пайдалу, отлично, обязательно пайдалуңыз. Теперь, Эми, ага, практика, практика.
Отлично, инфочат. Да, пожалуйста, используйте. Если вы соберете большую аудиторию новичков, я не знаю, ей люди, ваших чон аудиториям чолсанас, биске карилсанас болот, конечно, беринчи савахтарда бистеле жардам бералаус. Да? Ну, не все урок, но с исмен кошулу мы можем помочь вам провести. Андангин уже адамдарынска бөлю-бөлю, вы можете уже проводить со своей командой эти школы. Теперь все, метод варм прошли, теперь мы переходим к новичку, возвращаемся, как работать с каталогом. Да? Еще раз, заказ мы разместили, и мы метод варм слышали, заказ алды, и каталог бойынша новичок туда рюцу болот. Во-первых, каталог талганда, жаңы каталог талганда, эмнени новичок түрөчү керек, обязательно жаңы продуктыларды, обязательно жаттап алсын, да, обязательно высокобалльный продукторды, то есть чтобы содасына көбүрөөк пайдасы түшүчү, чоң балдарды, да, такие как ароматы, обязательно хотя бы бир-эки аромат өзүнө лайыктуу жаттап алсын, да, обязательно выгодные предложения, акционные, билиш керек, да, и уход за кожей и волосами. Почему уход за кожей и волосами обязательно, да, новичок бишкерек? Потому что клиентмен дайма постоянные отношения тузюшучун, тузюшучун клиент именно уход за телом и волосами алышкерек, орифлейм. Потому что, смотрите, постоянный клиент имняла, бир каталог, то он может купить wellness, да, инки каталог, то... Если он wellness продуктом пользуется, он может постоянно потреблять wellness. Но какой-то придет момент, например, ему, у него все хорошо, и он больше не хочет wellness. Все. Но пока он пользуется wellness, надо научиться его пользоваться по уходу за волосами, телом, зубная паста, гели для душа. Вот это то, что он покупает и тратит деньги где-то на базаре, в магазине или еще где-то. Почему где-то? Он может это делать в Oriflame у вас. Да? Поэтому постоянный клиентер – это те люди, которые пользуются именно потребительской. В этом месяце он у вас купил аромат, например, да, и там крем какой-то, и пользуется им 2-3 месяца. И имки каталог, то он купит гель, зубную пасту, там, не знаю, там, шампунь для волос. В следующем каталоге опять... Он купит, например, какой-то wellness. Да? В следующем каталоге наступит праздники, он опять купит какие-то подарки. За это время у него закончатся опять гели, шампуни, зубные пасты, и мы снова возвращаемся к потребительской корзине. В принципе, эң башында новичок-то ушел уретумус. Если клиент, ну, чтобы не разовые продажи, там, бир помада, там, или бир духи, бир джолус отели, он тут хал вас учен, а клиенты дайма уже потребительские корзины, уход за кожей и волосами. И поэтому каталог-то снуштанда всегда обязательно ушусь рядом, что-то по уходу за волосами, что-то по уходу за телом обязательно джапталаш керек. Итак, жан каталог талганда всегда обязательно высокобалльный продукт, береги продукты джапталаш керек, да, закладка волос, обязательно скидка ларны, хорошие скидки, и обязательно уход за телом и волосами, тоже 1-2 интересных предложения на обязательно бервалаш керек. И вот если эти предложения выучат, то с каталогом будет очень легко работать. Конечно, весь ассортимент там, миндек продукционы без варны мы не можем выучить, да, но чтобы клиент мне казах прошучил, вот эти продукты обязательно, и тогда с каталогом будет очень легко работать. Вот, теперь, раньше никогда не учили, как правильно оставлять каталог, да? Я вот сколько помню, тренингов было, когда содан үйрөткөндө, всегда, да, без новичоктарды, беш каталог тарткаттын, же 20 электронный ссылканы жибергенде пачып, да, каталогту, да, ушу мен бүтүрүп койчу. А видите, но на самом деле без каталогту калтырганда новичок именно сталкивается с тем, вот на сегодняшний день, никто не раздает, ну, очень, не то чтобы ментурами с этого там, гуэнчо каталог апарганны джакшу гушпы, не любят раздавать каталоги, да, мы сейчас любим просто отправлять электронные каталоги, вот, и назад ничего не получаем, к сожалению, вроде бы там отправила знакомым каталоги, но кайра заказ таргельбейт, а кайра обратная связь полбыт, да, вот, что сделать, чтобы сис каталог дивергенденгин получали обратную связь, чтобы каталог действительно работал. Если вы работаете офлайн или онлайн, неважно, обязательно каталог ты бергенде, да, все изменен, когда все сочкрет. И вы здесь видите на слайде, что здесь написано, да, я выделила, например, Хайреле, ну вот сейчас
последний, кого вижу, Ширин вижу, да, в записи. Например, Ширин, я оставляю каталог, да, и Ширин говорит вам, Ширин, каталог, таштапкете, нертенг сатучту алкететелем, вот это очень важно, помните, да, кайсу вахта кайра алкететелем. Она на был каталог там, и Наталью, сиске, бельгиле койдум, Наталью, кызықтарды, новинкаларды, она на ЭВАЙ, арсан скидкаларменен, бельгиле койдум, уж он усёсёс, эртенг сатучку чейн карапойымыз, чтобы сіз батырак каршучуд, мен бельгиле койдум, деп, бер койом. Все, я ничего не рассказываю Ширин, эджей Модерде сонун тигинде сонун да. Единственное, я сказала, иди, эртең сатучка чен гарапойла, мен атайлюсь, если чун, шундай страницаларды белеп койдым, особенно мага жага турган кайрале новинканы белгилеп койдым, сонун, гуава, андай-мдай. Только туалетный суджуэнде жаттап алдым, анан закладкаларды кылып койдым, все, эджеге, Ширинга, мен берп койдым, потому что я знаю, что Ширин очень любит новинки, и Ширин заинтересует хорошие скидки. Все, отдала Ширин. Если я Ширинга электронный каталог отправляю, да? То же самое говорю. Ширин, мен сізге электронный каталог жіберіп, обязательно ертеңге чейін қарап шығыңыз. Айвай, особенно 67-й страница, да, сону новинка бар. И отправляю скрин, например, там, любого какого-то одного, там, то, что я сунуштала там, да. И жана скидкаларды, мондай-мондай страницаларды особенно қарап қойсаңыз, ушол жерде, айвай, супер там, арзан скидкалар бар. Мысалы, карандашты всего лишь 150 сон голоса болот, баса 600 сон. И тоже скрин сделала и выслала. Все. Если уж он тут Ширинге диверсия, электронный каталог аркалу, еще все изменение, еще скрин, то Ширин обязательно посмотрит кызыгы. А если отправлю, просто Ширин отправлю каталог, или просто Ширин карапойнусчу каталог туда, оставлю эртең алып кетейин, Ширин не будет его смотреть. Да, он может у него пролежать, как также каталог, как Faberlic, там что там еще, Avon, какие у нас еще есть компании, очень-очень много разных других. У него там 10 этих каталогов лежит, да, почему он должен смотреть именно Арифой? А потому что вы, Хазахтырып, сказали ему, вот эти фразы нужно прям выписать, да, и для новичка уж у фразы Ларды прям, я не знаю, напечатайте, пусть он запишет. Ну, чтобы легче было, лучше сразу ему распечатать и дать, скинуть в WhatsApp, да, чтобы он эти фразы, да, яр, прям с этого тренинга берите. И новичок тогда запомнит эти фразы. Ну, здесь вот на слайде вы видите еще, да. Мен екі үш күнден кейін сізбен байланшам. Маға эмнесізге жақты айтып беріңіз, да. Маға чындап эле қызықтуу болуп атат. Сіздің мнениеңіз ұққанға екі күнден кейін байланшам, или бір күнден кейін ертең сатучты чалайын, да, если вы там переписываетесь в чате. Сіздің мнениеңіз ұғат элем, да, ушул каталог бойынша маға айвай жағып атат деп. Вот, и вы видите еще другие там слова, которые можно, да, 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 Канакей тоже с вами согласна, точно, потому что очень важно научить новичка правильно оставлять каталог или правильно отсылать каталог. Никогда молча не отсылайте, не прячьте. Мне очень нравится раздавать каталоги, вообще супер метод, да? Но если правильно оставляете каталог. Вот, раньше этому мы не обучали, как правильно отдавать каталог, как правильно. Мы говорили, просто отдавайте каталоги, а как это делать без уретпечек. Вот в этом, в этой школе мне очень нравится, что здесь прям вот фразалар берилю атата, кантып каталог ту бешке ректура. А, и также новичок торду без урет, то есть каталог ту кантып тура кайра алу. Это тоже очень важно, мы социальные отношения болгону, дайма мамилеге кайра кайрылавста. Если без тура мамилеге кылса, клиент менен дайма мамилеге болкалат, да. Вот, и поэтому, да, Индира тоже Рахмат, естественно, у АДСК полностью согласна. Кайра, екюч кундонгин, или завтра у сатучту сиз гелип, уезун сайткан уакунста так гелип, обязательно кайра каталог ту туралыш керек, кайра ле тура сөзмен алыш керек. Вот бул слайдта көрүп атасыз, да? Кайсы продукты сиз заказ кылат элеңиз, карагандан кийин, я также хотела, также мен сизди чакырат элем, биздин, если он заказал какой-то крем, например, каталог, если он заказывает крем, то каталогту алып аткандан кийин, крем заказ кылам десе, эң сонун болду, мен сизди дагы биздин бьюти-сессияга чакырат элем, деп, можно вот его сразу да, пригласить. Да, что еще? Позвольте мне вам порекомендовать. Месяцкие сунуштайтели. И начинайте свою продуктовую историю, да, и потом уже вопросы, где на метод варунга веткетесенер. Что еще? Сис бизнес пресс предложение на городом успели, и мне уйлёйся с кандайки, да, мен айвай кызыга там систем нугателем кандай мнение с полдушу спец предложение разды гургундую. Или, например, кайсы продукт сиске айвай кызыктуу болду
каталог тон депчи. И ушундай каталог алганда кайра аны мен мамиле түскөндө обязательно мындай фразаларды новичок туруп билиш керек. Вроде бы мындай простой иштер, но это очень важно. Видите, как именно мамиле түскөндө как важно тура суроо менен, тура сөз менен каталог берүү и тура сөз менен каталог алуу. И вот здесь новичокту ушуну үйрөткөндөн кийин опять ролевая игра, да? Кайра эле деле Zoom-да вы можете опять дагы башка эки кишини тандап, башкалар учулуп отурушканча, булар экөө бири-бирине каталог, бирөөсү каталог берип атат, анан кайра каталог алып атат и ролевой игранын сразу ойнотулса болот. Если офлайн бир жерде отурсаңар, значит эки кишиге бөлүп, бири-бири менен ойнотуп, да, каталогту алуу. Сперва оставили контектуру алтыш керек, и потом опять забрали контектуру алтыш керек. Тут же прорепетировали. Очень здорово, что новичок тур сразу бильплашата тренировка болу. Мне вот нравится этот тренинг тем, что если в первой части вы там тренировались говорить продуктовые истории, там были интересные ролики, то вот эта вторая часть, вот бюнку мен бироткан, здесь именно очень много практики. Практика, джаназайна, джастандай, да, именно... Блок прошли, сразу практикуемся. Хоть онлайн, хоть офлайн, любой нерсеменный кусумер был. Да? Отлично. А, все, 5 минут на это выделили. И теперь новички потренировались, бирбирный каталог берем. Теперь мы говорим, ушел сестру, я бы вас пригласила, деген сестру, куда мы можем приглашать, ты пойти кеткеле. На каталог алгандангин или когда он уже разместил заказ, кайсы мероприятия ларга чахарсанар болу. Сессия по уходу за кожей, да, вот, например, именно сессия сестру пайдал санар, да, потому что мастер-классы деген уже настолько всем надоело, да, уже все многие знают, что такое мастер-класс. А сессия деген сессия деген сөз был именно үйрөтү. Мастер-класс деген сөз, это вот клиент пришел и расслабляется, сидит на кресле, и вы ему там все очень красиво делаете, да, өзүңүз кулуп менен показываете, демонстрируете. А сессия деген это окуту, то есть ал мындай мероприятие келгенде предполагает, что ал киши үйрөнүп алат, он научится, өз кулу менен жасайт деген нерсе. Вот, поэтому вы приглашаете на бьюти-встречу, такую сессию по уходу за кожей, wellness-сессия, да, wellness-встреча. И говорите, я бы пригласила вас на сессию по уходу за кожей, а там вы научитесь, как улучшить вид вашей кожи, вот как вы, как сделать это с помощью косметических продуктов. Далее, wellness-встреча, как чувствовать себя комфортно, как улучшить свое самочувствие в целом, да, шундай сюз мен чакырсаңыз болот. Далее, бьюти-вечеринка, ушу встреча, да, сез научитесь, как создать неповторимый свой образ, өзіңіздің стиліңіз, образыңызды үйренесіз, контекттандаш керек, контектура өзіңізді көрсетуін үйретесіз, да, да, или встреча возможности Oriflame, да, как, вот мы не говорим здесь, приходи, услышишь, как зарабатывать деньги, да, а вот мы говорим, что ушу стай встреча Велинде, уже турмушыңызды кантып, жақшы жаққа өзгөрткөнү, ушу ол жерден үйренесіз, информация угасыз, өзіңіз чечесізге лайықты, же лайықты емеспе. Мне вот это очень нравится. То есть приходи на встречу, ты узнаешь, как улучшить свою жизнь. Все, больше ничего. Классно же? И вот такими короткими фразами мы приглашаем. Да, вот эти фразы тоже можно прям новичков высылать, да, и обучать, чтобы они говорили вот эти фразы. Вот, поэтому сегодня мы с вами узнали, как продавать. Да? Поэтому продавать без ты, да, это не стоять за прилавком или открыть каталог и предлагать продукт, а продавать – это у нас общаться, да? Социальные продажи, общение, мамилетузу. И канты сода глыши – это вот метод варма, да, помните, 4 шага, и там нельзя перескакивать, бирден, бякты бютуралбай, кая сразу заказ көткенгу, или там суроо бербей, да, сразу там рекомендацию өткөнгү, обязательно тура 4 кадам менен бир-биринин аркасынан тура 3 керек. Вот это и есть продажа. Вот когда нас спрашивают сода, да, все думают, что сода это вот отдал, взял деньги. На самом деле это целое искусство, да, общения. И не знаю, как вы, но ушундай методторду билгенде, негизинен турмушта деле любой адам менен мамиле түзүлөсүң. Күйөөңүз болобу, балдарыңыз болобу. Я всегда говорю, вот ушул методду үйгө келгенде просто попробуйте, даже балаңыз менен сүйлөшсөңүз, кандай сонун результат аласыз. Күйөөңүз менен сүйлөшсөңүз, кандай сонун результат. Представляете, вы сегодня придете, да? Ну, например, да, Индира вот говорит, клиент менен никогда не заспорит, да? Согласна с вами клиентом. Но не только спорить, а по методу вармы. Представьте, что ваш клиент – ваш муж. И вы сегодня придете домой, да, ассистент?
Джолдошунс. Юнско гелесис. И метод варанды истегеля, да? Давайте посмотрим, сработает или нет. Что вы скажете? Вы с ним тепло поздороваетесь, да? Потом скажете ему комплимент. А нангин, комплимент ангин еще эмоционально. Не обязательно орифлейм. Например, я не знаю, если сен менен бүгін бөлішкін келет, там, и какую-то новость, какую-то позитивную новость, ты айтпересес. Как относиться будет к вам муж? Представляете? Да, вы сказали комплимент, потом эмоционально, позитивно поделились. А потом, ну, вам что-то, например, нужно. Вы хотите, чтобы он начал ремонт дома, да? А он никак не начинает ремонт. Вот что вы будете задавать ему вопросы, да? Вот расскажи мне, как бы ты хотел, если бы у нас там, если бы мы захотели изменить там наш зал, как бы он должен был выглядеть, да? Что бы ты сделал? Да? О, задавайте вопросы, да? И пошла тема. Много задали вопросов. А потом переходим что? Варнды, суровергенденгин, вичунчий этап, вспоминайте, что там. Вот теперь мы постепенно подводим его к тому, что нужно делать ремонт, чтобы он сказал, да, ремонт джасайз, отлично. Ошонда мне галасыз, мен сені тура түшінсем, сен ремонт джасасан, мондай-мондай галат элен, деп, овалы, овалтының тура түшіндің, деп, айтатты. Отлично, эми қаршылық, да? Он там начнет возражать, нету денег, нету времени, ова турайт ватасын, менделі ошону ойлесон, да, именно уж он чун сагает, а это мгилет, меня назаре архлейм дичте, а там или что-то еще, или что. И что, а я вообще найдет, что сказать. Вы-то знаете, откуда взять этот трав? Отлично, да, все, вы подвели ему к тому, и все, последнее остается только начать ремонт. Супер, поэтому метод варма, он не только в продажах Арифлейм, а он еще и по жизни, да, вот, будет вам очень помогать. Мне лично очень помогает общаться с детьми. Я на своих тренингах всегда новичкам, вот именно новичок Труво, вот кто меня давно знает из лидеров, они знают, что я всегда про дочку рассказываю, да, маленькую, как я с ней общаюсь при методом варма. И новичкам вот это интересно, что если это работает у тебя, то это будет работать, конечно, у других. И обязательно тренировка. Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Отлично. И уже заканчивая эту тему, хочется пройтись. Смотрите, мы сегодня поговорили, как приглашать, да, и у нас осталось теперь, что делать после того, как у нас клиент разместил заказ, да. Нужно дальше продолжать с ним общаться. Да, обязательно продолжает общаться, да, то есть мы его пригласили, помните, да, этап-то без мероприятия, ларда пригласили, ссылка ларда берды, козюстын, чат кого штук, козюстын, социальная страничка кого штук, инстаграм было, фейсбук было, любой джерде, без анны менен, да, завязались отношения тюзюльды. Эми, эйкюч кундэнгин, обязательно заказ апаркерлен дэнгин, да, высовая информация герик пеле, да, что там еще написано, заказ алғаннан кейін можете позвонить, узнать, понравился ли ему продукт, как он его использует, да. Жети күн жаңдан көріп уақыт өткеннен кейін уже заказ бүтіп баратқанда, ну, уже алып пайдаланып неметкеннен кейін, вы можете снова обратиться к нему и предложить уже новый каталог, предложить зайти на вебинар какой-нибудь, да, у нас очень много вебинаров там по wellness, по new age, там разные можно. И, конечно же, что у тебя закончилось, да, что у тебя еще есть, вот ты приобрел сейчас аромат, а где ты покупаешь зубную пасту, гель, шампунь, как раз в этом каталоге, снова, то есть продолжайте общаться с вашим клиентом уже и после заказа. Я всегда привожу пример, особенно новичок Турго Джахши Болотта, мисал, если сбегуны народный магазин Дэн или Глобустан, шампунь Алсангас, Эртесюгуны, там, через два дня ушу Глобустан, продавец из Кечала Пайца, да, мисал, Махабат, из Бесты Экигун Мурун, шампунь Сатвала на столе, Канты Пайдал Матаса, с Бары Джахши, Джагуатава, да, Махабат, ушу, ты псиске часа, Хайра шампунь алғанда, сіз қаяққа чұрқайты еліңіз? Глобусқа чұрқайтысы, тұра? Потому что сізге мамиле ғылып, внимание ғылып, чалып қойшту. Вроде бы простое движение. Вот то же самое у нас. Супер. Поэтому, когда у вас клиент сделал заказ, если вы хотите, чтобы он был постоянным вашим клиентом, и арбир каталог заказ алшучун, значит, нужно дальше общаться. Да, я бы позвонила Махабат и сказала, Махабат, байну аромат талдын истеле, кандай пайдал матасыз, кандай сезим дергелеты, джахты, кандай комплимент алатасыз, ну, любой продукт. Да, и вот так дальше продолжаться общаться. Отлично. Супер. И тут же опять практика, да, вот я же говорю, моя часть, она самая практичная, практика. Опять разделили своих в Zoom, если выбрали пару, если вы в Zoom работаете, и эта пара начинает
после завершения, да, заказа, как работать с клиентом. Вот все сухоннайнгин, новичоктор беремен, уйнышу поштать. Заказ биткоин-дунгин, клиент мен ханты псилюшкире. Если вы работаете офлайн, опять разделили на пары, эки гишеге, и в парах просите их это проиграть. Вот сейчас наступает лето, и дай бог, куда голоса, скоро мы сможем выезжать с вами на природу. Если, ну и даже на будущее, вот вы поедете с новичками, да, вы хотите команду, чтобы она была дружнее. И вы не знаете, вот тимбилдинг, как провести с командой, чтобы она была дружнее, обученной. Представляете, если вы поехали на природу, например, да, с новичками, с командой, с ключевыми партнерами и всех новых людей, вы можете вот этот тренинг брать и прям там проводить, прям на траве, да, на природе. И очень много ролевых игр. Ваш день пройдет очень эффективно. Представляете, вы будете метод варм, будете репетировать, отдать, принять каталог, будете репетировать. Теперь вот эту ролевую игру, как с клиентом, заказ Алгандангин, тоже будут репетировать. И у вас вот так час работы с новичками пройдет на свежем воздухе просто на ура. Хоть в помещении, хоть в свежем воздухе, хоть онлайн. Это будет самый интересный тренинг, да, и на следующий тренинг они обязательно придут. Потому что людям не нравится просто сидеть, слушать. Им нравится вот именно, чтобы постоянно вы их вовлекали, и они тренировались. Вот, после того, как у вас сложились отношения с клиентом, он сделал заказ, и вы с ним общаетесь, конечно же, чтобы удерживать ваших клиентов, у вас должно быть свое онлайн-сообщество, да? Об этом уже Аделет говорила на прошлом занятии, что Инстаграм, да, Фейсбук, да, ВКонтакте, в Одноклассниках создавайте свои страницы и управляйте своими продажами именно через социальные сети, да, то есть для клиентов вы можете создать отдельную группу, для тех, кто ваши клиенты, отдельную группу в Фейсбуке, где вы будете обсуждать, клиенты будут делиться, просите их, чтобы они именно в этом социальном обществе Сурангала, да, чтобы они делились своими историями, как они пользуются, какой результат получают, и тогда другие люди тоже будут к вам присоединяться. Выкладывайте интересную информацию, используйте библиотеку Арифлейм и приглашайте своих людей. Допустим, вы завтра в Инстаграм создали свою страничку, да, и хотите, чтобы у вас появилось свое первое онлайн-сообщество. Как ее? Ну, конечно, у нас очень много инструментов, библиотека, да, картинки, наши истории, все это можно разместить на своей страничке, но теперь самое главное, чтобы адамдар гишкеректа. И мы берем список знакомых и с теплых контактов начинаем приглашать людей на свою социальную страницу. Вот на этом слайде вы как раз видите текст, как бы вы пригласили своих людей, ушу тексты заранее джасфалшкирек, да? Да? Мисалы, там, не знаю, там, Махабат мен джасфатам, да? Махабат кандайсын, саламатсын бы, мен джахында, сен билесын, мен навай өзімді, да, люблю пользоваться средствами по уходу за кожей, мага була абдан джагат, и особенно, да, проверенные продукциями пайдаланы, клинически доказанные продукциями пайдаланы джагат, вот, и ошончун я создала ушуну айвай джакан, мага джакан джумушум учун, ушуны продукция, мага айвай джакан продукция учун, я создала ушун, да, Инстаграм, да, создала свою группу, в которой такие же люди, как я, мага ушондор, кому нравится красота, кто любит ухаживать за собой, да, кто хотел бы знать, кто разбирается в косметике, да, и уж я нам даручу, мен өзімді ушундай группаны түстүйм. Вот моя ссылка, мен сен жардамын керек, да, сен мага абдан, сен сунуштарын керек, сен жардамын керек, да, поэтому мнение керек, поэтому сен сұранат алем, ушу ссылка мен керек, регистрация қылып қойғын, и ушол жерге активный болып, өзім мнениеңді жасып тұр, мен жа салған пост. Все, ушундай сөзді заранее даярдап, досторыңызға по теплому контакту, жылу контактар менен, туғандарыңызға, досторыңызға жіберсе болады. Да? Вот, по-моему, отличный текст. И мы раньше никогда об этом не думали. А сейчас мы новичку, именно ушундай тренинг, новичок турго, ушундай даяр, тексты бери, перейдет, хантып социальная страница, да, юзуму раккаунтка, хантып обществаны, группаны тузып, анан группаларга ушундып кишилерди чогултуп паштагыла. Анан ушу группага и клиенттерди кошуп паштайсың. Да? И ушул жерде будете просить. Вовремя отвечайте на вопросы. Суроо бергенде никогда не оставляйте. Да? В течение дня суроо келсе обязательно старайтесь сразу отвечать. Старайтесь каждый день выкладывать какой-нибудь туда интересный пост о продукте, какую-то тему поднимать. Да? Например, сейчас солнце, и можете солнцезащитные средства. Кто пользуется, какими? А вы знаете, что такое SPF? Да? И вот так пошла тема. Ваши клиенты, позвоните там кому-нибудь, попросите ваших клиентов поделиться, как он съездил на Исукуле там в прошлом году и пользовался нашими SPF-продуктами. Да? И вот постоянно в группе будет идти такая тема. Не забывайте обязательно
у себя в группе поздравлять с днем рождениями, поздравлять с праздниками. Да? Очень хорошо, если вы будете знать, у кого когда какой день рождения. В Фейсбуке это очень легко, например, делать. Да? Фейсбук сам подсказывает, у кого когда день рождения, с кем вы дружите. Отлично. Все туда загружает, туда вы будете высылать приглашения на различные бьюти-встречи, бьюти-мероприятия, бьюти-вечеринки. Да? Вот. И какие-то конкурсы свои, да, делать, какие-то акции скидывать, например, каталожные бывают очень часто акции для клиентов, например, там, закажи там столько-то туши и получи там третью в подарок, да, вот, и вот через такое общество вы будете очень хорошо находить новых клиентов, а самое главное, мамеле, опять, поддерживать социальные отношения со своими уже существующими клиентами. Вот, классная тема, раньше никогда мы этого не давали на шаге один, новичков никогда не учили, как людей приглашать в свою группу. Вот вам готовый текст и вам домашнее задание. Да? Заканчиваю уже тренинг. Хочу вас попросить, Аявай Суранам, чат 22 партнеры и выше, да? Или если кто-то есть чат школа менеджеров, если кто-то есть оттуда, пожалуйста, напишите свой текст приглашения в свое сообщество. Да? Вот сегодня потренируйтесь. Да? Или дайте задание своим новичкам и поделитесь самыми лучшими текстами Хрыстылинде, Орстылинде, как вам будет удобно. Для нас будет все хороший опыт. Как бы я пригласила сейчас свое сообщество, онлайн-сообщество в соцсетях. Хорошо? Обязательно жду от вас сегодня, прямо очень вас прошу, чтобы было интересно всем, напишите в наш чат 22 партнеры выше, как бы вы пригласили в свое онлайн-сообщество людей в социальной сети. Да, поставьте плюсы, кто сегодня это сделает, обязательно вышлите, для меня это будет очень важно, ваша обратная связь. Угу. И для вас это будет тоже большое хорошо практикой, как подсказывать консультантам, особенно новичкам, или самому уже начать проводить, да, вот, включать в сообщество приглашение. И все, и у вас уже будет готовый инструмент. Если вы напишете текст, да, такой интересный, то вы уже можете его для своих новичков использовать. У вас будет готовый шаблон текст, и вы можете на школах давать. Я вот так это делаю. Классно же, если вы это личный свой результат будете. Со своих... Мен лично ушунты падамдарды чакырдынды, ушунды сөздерды бестенгер болу. Все. Вот, и когда вы будете писать, ага, Махабат, я есть, мои контакты есть в Telegram Алга Кыргызстан, напишите, я пойму, куда я вас смогу добавить. Все, и советы. Будьте искренними сами собой. Вы лучше знаете, что про себя написать. Узум с билесис, да? Что вы можете написать. Будьте интересными и будьте проще. Не нужно, мындай, прям ойлену, там, что-то придумать. Мындай, джунекой сөздермен жасасаңар, адамдар всегда... Я вот, например, открыто рекомендую говорить, да, если, например, я создаю сообщество там, про путешествия, например, я хочу больше вовлечь людей, например, про Таиланд, но будьте искренне откровенными, так и говорите. Я выполняю программу на Таиланд, и мне нужна ваша помощь. Я ищу таких же людей, кто бы хотел бесплатно поехать в Таиланд, путешествие с Арифлейм. Да? Все, просто не придумаю ничего там, доходы, деньги. Я откровенно просто говорю, зачем мне это сейчас нужно. Отлично. Отличный инструмент. Вот, и не забывайте, что самое важное в наших социальных, в наших именно продажах, в социальных отношениях, это не просто продать, это создать долгосрочные, да, вот это самое искусство продаж, создать долгосрочные отношения, постоянные отношения, да, и чтобы это было все на доверии. Вот как раз-таки все, что мы сегодня проходили, это все помогает создавать. И, конечно же, ищите новых клиентов всегда, и берите рекомендации. Как мы ищем новых клиентов? У нас есть список знакомых, теплые контакты, холодные, да, то есть тех людей, которые мы знаем, и тех, которыми знакомимся. И у этих людей мы можем всегда пополнять этот список, беря рекомендации. То есть рекомендация, кандидатам, для меня лично, вот новичок торду юрет кондуэ, рекомендация сунуш менен, салштырамды, совет менен. Вот бюрёден совет алгыңыз келсе, сканты паласы советы. Рекомендация ДНД, да, вы мне порекомендуете, телефон берегись. Вот это рекомендация. Но минтеп, если рекомендация алса, чаще всего телефоны не дают. Да? А если ему дает сунуш алсаныз,
тогда дают. Мисалы, не знаю, қайра махабатқа қайрылау. Махабат, маға сұнышты айтып елең, сен білесің, да, Арифле, мен үшін абдан серьезный жұмыш, мен абдан бұл нерсен, Арифлемді жақшы көрем. Маға сұнышты айтшы, да, вот кімге, мен сен арқалу үшіндай, мен жақшы продукция бойынша каталог тұрды көрсетті талаты лем. Да, тем более, мен бұйыл Таиландқа программаны атқарватам, и сен жардамым, всего лишь 5 адам, кімге мен каталогты көрсетті талаты лем. Все, видите, Сунуш, я прошу помощь, я прошу совет. Вот это и есть рекомендации, да? А если мне на это, махабат, мы обещки сиберчим, каталог опором. Махабат бы мне никогда не дала рекомендации. А если я искренне прошу рекомендации, да, то махабат мне даст 5 телефонов. Поэтому золотое правило, пополняйте список знакомых. И новичок Тарменен, и Стенде, когда мы работаем с новичком, я всегда советую, если новичок не продает и не рекрутирует, значит, он не работает со списком знакомых. Скорее всего, у новичка нету списка знакомых. Если вы хотите, чтобы он работал, и у него список знакомых – это план. Поэтому всегда нужно контролировать, как он работает со списком знакомых, да? Вот беринчи задание встреча Ларда, он написал 20 человек. Дальше контролируем. Елегущие детки стынгы, дюскищие детки стынгы, давай да карштрал, давай посмотрим, карайлик, кайсы джерден да агишлерді кушсо болот. То есть примерно директор болот турган новичокто 300 адам жасылыш керек. Не сразу, но хотя бы на первом там каталоге, двух каталогах уже 300 человек в списке знакомых должно быть. Ошондо был адам гиши. Если он просто клиент, ну, потребитель, то ему достаточно хотя бы елю адам список таболсо, елю адамдан хотя бы он клиент, дайма клиентар да тавалат, да. Но если он хочет расти, да, то нужно постоянно работать со списком. И вот это нужно контролировать новичок турду список. Знакомых, ханча гиши болатат, ханча гиши кошу латат, ханты рекомендация латат, да, то есть гуныгу, вот я всем рекомендую, особенно новым лидерам, да, я там, да, бигун обязательно сураныз, ханча гишины список знакомых кошулду, новичок-то, ни сколько баллов, ни как он там кью-рекруты сделал и все прочее, а просто, да, например, Айнура, бигун список знакомых, ханча гишины кошулду. Вот кто-то из вас готов сейчас написать в чат, сколько людей он добавил сегодня в список знакомых? Сколько? Есть сегодня 3 новых телефона, которых список кошелду, и вы можете уже завтра или послезавтра им позвонить. Супер. И опять возвращаемся к тренировке. Последнее, что вы можете сделать с новичками, ушел GSD, новичок Турменен, тренировка Кандай. Пожалуйста, напишите, да, кайсы джерден, сиз гишаларды кошу шаласыз джана списока. С каких мест вы можете добавить? И они начинают, инстаграм да бар экен, там, ты тойго барып келдим, ушол джерден таныштым эле. То есть опять заканчивайте это обучение списком знакомых. Угу. Все, и мы заканчиваем этот тренинг, тренинг на Яганда, мы заканчиваем заданиями. Мне тоже это очень нравится. Все, мы закончили. Что теперь делать? Первое задание – свяжите со своим лидером. Второе – практикуйте рассказ о продуктовой истории, тренировка. То есть полностью тренинг Битукенендейн. Мы возвращаемся, да, все, что мы научились. Первое – лидерами Байлян Шиныс и мне Глышкерек. Да. Второе – продуктовые тарханысты, тренировка Глыб, практика Глыб, Айтыныс. Үчінші список знакомых ты гөйтіңіз, расширяйте рекомендацию алу, гүйнігі жағы 5 телефон списока кушу. Все, весь этот тренинг закончили 3 важными заданиями. Общение со спонсором, да, использование, то есть пополнение списка знакомых, так, да, и продуктовая история. 3 контакта в день, 5 контактов в день. Это просто может быть рассказана продуктовая история. Если он ее очень хорошо будет рассказывать, всегда, вы знаете, сонун айтылган тарыхмар, всегда найдутся клиенты, да? Вот. Биринчины койсоңыз. Ну, еще раз посмотрим. Биринчи. Өзіңіз лидерменен байланшыңыз. Задание. И обязательно емки тренингте бізге қошылуыңыз. Екінші. Практикуйте рассказ, историю, гуныгу и чадамды, ушел рассказ, продукты тарахан дай перенес. И третье, список знакомых ты, чем мой кула, гуныгу, беща дам, кошу. Вот, на этом мы заканчиваем наш
классный новый практический тренинг социальной продажи. И сегодня была очень практическая часть. Я уверена, она была полезна, потому что, когда я слушала, ну, я прямо думала, вот как раз у Шунерса Джетпиаттеле, вот как раз у Шунерса Гирейки Назар Учурда. Да, и мне очень нравится, как приглашать с информацией. Отлично. Слерге чонрахат бүгінгі қатышқаныңызға. И еще раз сұранам, бүгін чатқа обязательно бөлішу, бүгін мне пайдалы болды. И обязательно заданияны мен социальный общество, группаға қантып чақыраты лен, даяр тексты жасып қойыңыз, бөлішіп қойыңыз. Это будет для всех нас полезно. Да, слерге чоң рахмат, бөлішкеніңізге. Чаттарда обратная связь сестен бүттім. Да? Отлично. И обязательно, кто не прошел этот тренинг, запись мы выложим через пару дней в YouTube-ха, да, аны қараштырып. Но самое главное, сіз баштаңыз өзіңіз, ұшу тренингті өткізгенгі, пусть частями, пусть немножко, да, но обязательно карбер, который өткізгеніз, ваши новичку легко будут размещать заказы. Все, всем отличного каталога. Каталог только начался, Go for Gold движение идет. Самое время начинать его променять, да, и всем отличных результатов. До следующей встречи.